Всем привет! Вот они наши, мои, то есть кролихи. Отойди. Чё ты там? Отойди, это же тебе не барана пасти их не будешь. Отойди, Багир. На улице дубак. Вот то, что выходит с носа, воздух замерзает сразу. Ну уйди! Прилив нежности вот у этой мадемуазель. Она от кроликов. Собака тоже тащится, не знаю. Ее все животные. Самец вообще здесь вот весь белый. Весь в инеи зарос. На улице минус 30 сейчас. Ну пока зимует нормально. Скоро уже февраль, сегодня 20 января у нас, скоро уже февраль, уже дальше будет тепло. Ну сейчас по прогнозу у нас стоит минус, по прогнозу дней 10, там за 30 градусов, под 40. Кролики, вот это молодец, она прячется у себя внутри. Вон у нее с домика даже, видите, белая. Там выходит тепло, видимо, ешнее. И он инеем покрывается. Сейчас, да. Сейчас вон ест сухой папоротник, закинул. Вот это папоротник. Летом заготавливал козам, когда козы были. Это сейчас ест листья. Листья, вот они, это, как они, блин. Не тополя. Сейчас, ну-ка. Вот это листья осины. Вот такие веники я заготавливал. Вот сейчас они холодно, конечно, холодно, но ничего, держится, молодцы. Летом жара, тоже очень плохо. Ну у нас сейчас, вон, на улицу выйдем, покажу. Вот у нас сколько снега, ну морозы стоят сильные. А вот у меня, где живут кролики, вот сейчас здесь вольер, просто сетка и внутри клетки. Вот идет изморозь какая-то, снежок, снега. Вот на крыше сколько. Он завивается аж. Зато заразы вообще нету. Все, хоть без трусов ходи, гриппом не заболеешь, но воспаление получишь. Такие дела. Ладно, спасибо за просмотр. С кроликом все нормально. Хоть такие морозы стоят. Всем пока, скоро увидимся.